есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Алена Бекулова. Здравствуйте. Спаси Господи. Хотелось бы задать вопрос, почему вы выбрали эту именно песню для начала нашей передачи? Ну, эта песня своего рода моя визитная карточка. Про эту песню мне пишут со всей страны и даже из-за рубежа, и все слушают ее, цитируют стихи Валентины Беляевой, которая написала эти удивительные строки. Написала она их еще в 2003 году, но как-то так сложилось, что я на них наткнулась, вот, не знаю, может, лет 5 назад. И там было вот 2 четверостиших, и я поняла, что 2 четверостиших для песни мало, но очень хочется написать песню. И я нашла Валентину Беляеву, связалась с ней по скайпу, и мы с ней проговорили, наверное, 1.5 часа. Она говорит, я не знаю, про что там еще писать, я уже все, что хотела сказать, я написала. Там был первый и последний вот куплет. И мы с ней поговорили, вот написала она еще 2-й куплет, который редактировала еще я. Одно слово там какое-то редактировала мама. В общем, у нас там целый произошел семейный совет с этим 2-м дополнительным куплетом. В результате вот получилась песня, которая
на сегодняшний день, наверное, моя визитная карточка, и которая очень нравится слушателям. Ну, мне кажется, потому что это очень трогательно, особенно вот финал песни, когда человек, признающийся в любви, говорит о том, как он готов слагать молитвы, как он готов делать все, потому что ему открылась эта любовь, а потом он признается в том, что для этого ему нужно пожертвовать чем-то своим, своей жизни. Любовь, она сама по себе такая, что она предполагает вот эту отдачу и в то же время, соответственно, жертву какую-то своим временем, своими силами, своими интересами. Когда ты ради другого человека делаешь что-то, чтобы вместо того, чтобы что-то сделать для себя, да, это и есть любовь. Значит, у нас передача о любви. Ой. Да? Вся жизнь про говорить, любовь. Бесконечно можно говорить. Да. Ну, тем более, что есть разные аспекты любви. Мы все стремимся к высокой духовной, в итоге любви. Но есть еще и земная. Вот. Это тоже надо пройти, потому что мы люди. Дай Бог, чтобы вот на этом земном пути нам мы научились жертвовать. Да. Господь принес себя в жертву. Да. Так и мы должны совершать эту жертву каждый день, наверное. А музыка? Кто написал музыку? Музыка моя. Да? Да. А аранжировку? Ой, аранжировка — это целая история, потому что мы с моим пианистом просто записали ее под рояль, и там была очень длительная история по поводу того, что я должна была участвовать в одном концерте в Кремле, и мне буквально за 3 дня надо было срочно сделать аранжировку, значит, этой песни. И потом оказалось, что в Кремле я участвовать все-таки не буду потом по определенным причинам. Но в результате я в последний день, накануне, все-таки своего аранжировщика Диму Ковкова напрягла и сказала: «Дима, срочно надо завтра, у меня Кремль, у меня, значит, все горит, все». И он за полчаса, как он мне говорит: «Ну, у меня через полчаса Буланова приходит писаться, что я сделаю, мне срочно». Я говорю: «Мне надо, иначе все, конец света». И вот он за полчаса подложил просто под этот рояль скрипочки, бас. И так родилась эта аранжировка. Ну, конечно, потом мы ее чуть-чуть там подкорректировали, но буквально вот то, что он тогда сделал, так и сохранилось. И я этот принцип стала теперь использовать в своих аранжировках. Запись живого рояля. Да. И сверху кладется оркестр, даже где-то литавры. Там, и мне кажется, что это сохраняет жизнь, потому что живой инструмент у него, он не играет под метроном. Он с живым своим темпоритмом играет вместе со мной. И когда поверх ложатся инструменты оркестра, вы получается очень, секреты. Очень живо. Ну, почему? Я не могу открыть еще один секрет, что некоторые записи все-таки сделаны потом полностью переработаны под оркестр, этот живой рояль убран и записан электронный, так что там системы на самом деле могут быть различные, но главное, чтобы состоялась песня, музыка. Мне очень интересно, как вы оказались на эстраде? Откуда у вас талант? Когда вы ощутили в себе талант? Вообще, почему? На эстраде, ой, такое слово, почему-то, мне кажется, ругательное. Почему? Нет. Не знаю. Почему? Есть жанр эстрадная песня. Он существует. Талант обнаружился во мне, наверное, лет так... Ну, как только я родилась, конечно, как это традиционная история. Ребенок громко кричал, что врач сказал, о, какой голос певицы будет. Но помимо этого, где-то лет 7-8 мне было, когда я вот услышала голос Робертино Лоретти,
и, собственно говоря, все. Я не знаю, у меня была такая благодать, вот, это была абсолютная моя встреча с Богом, наверное, в тот момент, потому что я действительно вспоминаю свое чувство, как я плакала, как я записывала Аву Марию русскими буквами, останавливая иголку, значит, на пластинке проигрывателя. И это было какое-то для меня чудное время. И я пошла, нашла себе хор, кружок по пению, потом хор, потом другой хор. И как-то так описать начала, наверное, в классе в 7-м. Начала писать песни. Да, ну, конечно, в школьные годы это были достаточно простые песенки. Вот. А уже потом постепенно со временем и театральный институт научил каким-то вкусовым вещам, естественно. И уже после театрального института я ходила на так называемые семинары для самодеятельных композиторов в Союз композиторов. Ну, это самодеятельные композиторы, там писали не больше, не меньше оперы и балеты. Это я там приходила со своими песенками. Вот. Но, тем не менее, это дало мне такой какой-то новый виток в моем творчестве, с которого начались песни, и в том числе православной тематикой, потому что как-то захотелось мелодию красивую, какое-то голосоведение, не просто эстрадную какую-то песню. Хотя сейчас у меня много эстрадных именно песен, таких и современных, и про любовь, и всяких разных. Но все равно в каждой песне я стараюсь нести что-то светлое, хорошее, чтобы мы любили друг друга, прощали друг друга, ценили. Мы еще к этому вернемся. Вы хотели спеть песню о маме, да? Как она называется? Песня называется «Не обижайте матерей». Тоже вот интересно. Есть знаменитая песня «Поговори со мной, мама» на стихи Виктора Гина. И у него есть вторые стихи также о маме. «Не обижайте матерей». Вот на эти стихи я написала песню. Ну, давайте послушаем. Давайте. Господи. Материнских добрых рук, как малыша.
пишите письма им скорей, и слов высоких не стесняйтесь. Не обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. После этой песни мне, конечно, хочется поговорить о вашей маме. Мама мне святая женщина. Да? Ну да, мне кажется, она очень непростую судьбу прожила. И одна воспитывала и меня, и брата. И как-то всю жизнь она осталась одинокой женщиной. И... мне даже, когда у меня отец умер в 2009 году, и через 3 месяца после смерти отца мне приснилось, что мама венчалась. И я понять не могу, с кем она венчалась, какая-то фотография, которую я пытаюсь отправить батюшке, чтобы он за них молился, и какой-то такой был сон. Но я проснулась невероятно счастливая. И я просыпаюсь, говорю: «Мама, мама, мне приснилось, что ты венчалась». Мама говорит: «Ну, хорошо». Так. И потом я с подругой стала разговаривать, рассказывать ей сон. Она говорит: «Ну как, это с твоим отцом?» И я поняла, что действительно такое ощущение, что... потому что у меня ни папа потом не женился, ни мама не вышла замуж. Такое ощущение, что вот они хоть в жизни не были венчаны, а Господь их повенчал. И дай Бог, может быть, они там... будут их души вместе, счастливы. Хотя папа мне, к сожалению, не был крещен, а мама крещенная, слава Богу, и воцерковленный человек. Mm-hmm. Поэтому как Господь, может, по нашим молитвам спасет папу, и я не знаю, как там, молитесь, как там все это устроено. Ну, хочется верить, что Господь все-таки судит по добрым делам человека прежде всего. Потому что ведь, ну, не каждый что-то имеет возможность что-то познать в этой жизни. По какой причине, вот я не знаю. Я всегда задаюсь тем вопросом, это Господь не хочет, чтобы человек узнал, открыл при жизни, да? Или что? Ну, я не верю, что это вот воля человека, что вот он такой плохой человек, что он не хочет увидеть Бога, да? Не знаю. Может, просто как-то кому-то дано, вот за кому-то просто не дано. И Бог сам уже с рождения знает, что вот да, этот человек просто проживет, просто по милосердию своему будет судиться. Вот не знаю, всегда задаюсь этим вопросом, потому что очень он волнующий. Пути Господни неисповедимы. Да. Как Господь судит. Нам, человеком, неведомо. Ну, я всегда радуюсь, что я здесь родился, в России, и что да. Я православный, это, что я унаследовал эту веру. Да. Вы соприкоснулись с православием, да? И когда вот эту линию вы начали тоже вести, вот эти духовные песни православные? Первая песня была написана в 2008 году для Невских куполов, для конкурса. Причем тоже это как раз на мамины стихи была песня. Ну, у меня тогда какой-то еще свой взгляд был, и мне очень не нравилось очень много грустного, заунывного, и стихи не нравились такие. Я пошла в магазин «Слово», я переискала кучу сборников, книг, пересмотрела.
И мне показалось все, я ни в коем случае не хочу никого как-то обидеть, и все, каждый выражает в меру своих каких-то душевных и возможностей и так далее, но во многом мне показалось очень много примитивного, к сожалению, да, во многом показалось очень много заунывного, я имею в виду именно в стихах. А надо было написать песни, потому что я думаю, ну, если уж идти на конкурс, то со своими, конечно же, песнями. И я в муках искала стихи, я вот нашла «Фруга», я помню, по-моему, «Три души» называли стихи. Такую целую как красивую эпопею у меня получилось. Потом я написала песню «Гармония» на мамины стихи. И песня «Настанет час», моя самая первая, вот уже вот из духовных. Причем вот песня «Гармония» как-то вот... Я маме говорю: «Мам, мне нужна песня вот срочно, вот духовного содержания. Есть у тебя что-нибудь?» Мама говорит: «Ну, у меня есть одна про Петербург, духовное содержание». «Ну, может быть, да». И она... Она как раз, видимо, ей в песне не хватало вот этого именно упоминания Бога и как того, почему Петербург вот храним так любовью и так далее. И когда финал там: «Ты отец небесный, храни всю эту красоту». Когда появился этот финал, появилась песня, появился смысл. У меня даже благодаря этой песне сложился альбом, потому что долго я не могла, у меня не получался альбом, а вот благодаря этой песне «Гармония» у меня вдруг вышел легко альбом. То есть, видимо, как-то это все ждало своего часа, чтобы вот раз и вот как-то выплеснуться. Алена, у нас заканчивается передача. Еще нужна одна песня. Да. Еще одна песня. Песня. Да. «Если веришь в чудо». Вы знаете, первый раз я его сегодня буду петь, потому что вообще песня — это дуэт, написанный для меня и Владислава Косарева, и стихи, и музыка мои. Я написала «Ко дню семьи, любви и верности». И вот сегодня не в дуэте, но все-таки одна исполню эту песню. Давайте послушаем. Ты просто будь в моей судьбе, душа сливается с гармонией. Я так молила о тебе, Петра с Февронией. Я так давно тебя ждала, искала, верила с надеждою. Мне за терпение воздала судьба любовью нежной. Если веришь в чудо, то оно придет, и душа возрадуется свету. Каждый в этом мире обязательно найдет родное сердце, чтобы вечную любовь воспеть. Подарил мой путь земной, ты подарил мне столько света, и вместе с белою весной душа согрета. Мы вместе за руку пойдем, святой молитвой озаренные, и счастье вечное найдем венчальным светом окрыленные. Если веришь в чудо, то оно придет. Ты просто жди его с молитвою. И твоя надежда, как ромашка, расцветет, открой дверцу.
Душа в душе, наш мир един, звучат сердца в одной симфонии. Мы благодарность воздадим Петру с Февронией. Если веришь в чудо, то оно придет, и душа возрадуется свету. Каждый в этом мире обязательно найдет родное сердце, чтобы вечную любовь воспеть дуэтом. Если веришь в чудо, то оно придет. Ты просто жди его с молитвою. И твоя надежда, как ромашка расцветет, откроет дверцу в новую жизнь твою. Спаси, Господи. Спаси, Господи. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» подошла к концу. Мы с вами прощаемся. У нас была в гостях Алена Викулова.